Всем привет! Хочу рассказать про утечку антифриза на моторе М57. Значит, антифриз уходил где-то уровень из бачка за, ну, километров за 200, наверное, не больше. Ну, вот. И образовалась впереди лужа под двигателем, там, небольшая. Вот. Преимущественно вытекала на моменте остывания мотора после стоянки. Значит, ну и когда я как бы вскрыл все тут, я снимал весь камуфту, ну вот, значит, там есть у нас еще спереди помпа, вот этот термостат EGR, ну вот, бывает, что термостат EGR во впуск травит, в выпуск, вернее, то есть с него антифриз жить, там теплообменник стоит, да, и, соответственно, выхлопные газы через него проходят, а через другую объем в этой же коробочке проходит антифриз. Бывает, что он прогорает и идет выпуск антифриз. Но тогда сзади идут из глушителя такие белые выхлопные газы. Вот, у меня этого не было. Вот, и плюс ко всему я заметил то, что у меня под помпой, когда я снял вискомуфту, натрогало, что там мокро. Ну вот. Ну, значит, первое, что я сделал, это поменял уплотнение на быстросъеме термостата. Ну вот, это не помогло. Ну вот, то, что Land Rover, не пугайтесь, это бэховский мотор М57. Значит, соответственно, не помогло. Ну вот, потом я поменял термостат, прокладку, не помогло. Ну вот, думал, что помпа. А мокро все как бы стык помпы с термостатом, немножко шланг отводящий на с термостата, который уходит вниз к радиатору. Ну, в общем, решил, думаю, ну, помпа. Вот, хотя, ну, не было похоже на помпу, то есть забрызгано все, вокруг не было. Ну, вот, я скинул помпу, смотрю, бах, у помпы прокладка была на герметике. Ну, вот. Ну, в итоге я поставил новую помпу, потому что она уже была куплена. Думаю, ладно, поставлю, чтобы все по 100 раз не разбирать, собирать. Значит, поставил помпу, прокладку старую удалил, все следы удалил, там почистил наждачечкой тысячной, обезжирил, ну вот, и аккуратненько поставил новую помпу. Все собрал, бах, все равно, ну, как бы основная течь ушла, но осталось чуть-чуть течи, мокрый немножко был патрубок, который одевается на термостат от радиатора. Ну вот, а из него был как бы косяк, я купил новый патрубок, скажу. Не знаю, видно тут, но вот есть серебристое кольцо, вот это первое, на нем ребрышки есть. Так вот, оно отвалилось, и там дальше идет, которая прокладка. Вот эта прокладка, она, соответственно, в фазике стояла неровно. Ну, вот. В общем, я купил новый патрубок, вот, и все стало хорошо. Вот, течь совсем ушла, а оно как бы ходит, вот я его пошевелил. Вот, мне кажется, что это косяк, из-за этого текло. Короче, патрубок старый, 20 лет почти. Ну, в общем, вот такая история.